Я реально подумал, это бот сперва. Чувствую, что кто-то бежит сзади, сколько мнимых звуков. Евгения, ну, сейчас с переходом на новый движок Unity. А! Сука! Видели чат, как я таксиста обманул? Деньги заплатил, а сам не поехал. Прикиньте, обнал. Вот лавкач. Где какой-то фантомный звук, вот у тебя прорисовался там бег или по того. Как толково обманул, как ловко, да? Я сам сначала не понял. Видели, там на большой стройке еще челик сидел. Давай, мочи! А еще? Ты по мне? Вот. Вали от меня нафиг. Блять, ну бот, ёб твою мать, а? Капец, они их приставучими сделали. Они нашли вот себе одну цель, да? За которую они будут преследовать эти боты. И все, он просто не отстанет от тебя после этого. То есть перед ним типы и другие бегают. Нет, они просто будут по тебе все спрейть. Он до сих пор по мне стреляет. Ну, где ты там, сволочь, стоишь? Хрен его знает. 51 уровень, вот так вот одетый. Он уже типа своего залутал, пошел. Кто-то на малой стройке, походу. Какой-то пистолет стреляет. Опа, и М-ка. Блин, гранату бы. Чел, где ты был все это время? Я тебя тут везде искал, блин, тебя тут не было. Кто-то еще подбегает.
Еще один. Это вот в той стороне. Я толком не понял, где он там есть. Ну, рашить он точно не пойдет. Гранату надо, чел. Гранатку. Бля, видел его. Понравилось, чел? Бля, больно. 61-й патрон, судя по всему. Да, это СРК. Гранату бы вот. Так, ну вроде это он. Кстати, чел хитрый, он достаточно быстро меня обошел. Большой левел должен быть. А он с тепловизором еще, охренеть. Все, понял тогда. Не знаю, я не верю, что там кто-то есть еще. Персаска, кстати, с галкой. Она стоит сейчас что-нибудь? Нет, чат? Я думаю, она стоит точно больше, чем СРК. Так мы ее сделаем сейчас. А, не, это не алтын. Мне показалось, он в алтыне был. Все понятно. Так. Ну, в итоге пятеро, да? Пятеро почек. Вот эта кнопка. А, нет, это радар, погоди, это не то.
Ватрушки ползают по негазу. Ну это реально весело. Это абсурдно. Типа смешно, нереалистично. Хотя откуда мы знаем про реализм? Там же 2042 год. Может, там реально вот эти типа лодочки будут карабкаться по отвесным стенам, блин. Так, а у тебя же 3-зип был. Куда он уже 3-зип успел выкинуть? А, не успел. Что радар показывает? IQ людей в чате. Как бы это странно не звучало, но он именно так работает. Потому что у них есть один слот на 4 ячейки. Туда можно каски вражеские засовывать. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.